gen de moment tău. Și vengem, mă. Și vengem, și bășă. Приветики всем, приветики. Я приехала в Шэньчжэнь, на текстильную фабрику. Вот, сейчас вот уже, через 10 минут уже буду в гостинице и побегу на, поеду на фабрику. Приветики, это человек. Здрасте, вы мне очень нравитесь. Спасибо большое. Привет всем, очень приятно. Так. Очки классные, да, мне тоже очень нравятся, очень крутые очки. Ой, сейчас я вам покажу Шэньчжэнь. Подождите, поверну камеру. Ну, сегодня пасмурно, дождливо, ужасный день. Прям такой тропический дождь сегодня. Ну, вот, все в тумане. Лейла, привет. Вижу тебя, моя хорошая. А у нас в Карелии еще снег. Ой, ужас, ужас. Да, недавно мои из Красноярска, мои друзья тоже посылали мне фотографии, где прям снег. Вот, тоже есть такие. Ой. Луна. Приятно видеть вас улыбающейся, все будет у вас хорошо. Главное здоровье вам. Спасибо вам огромное. Спасибо вам безумное, большое человеческое. Очень приятно, когда вы меня так морально поддерживаете и даете такой дух. Вот. Так. Привет. Это 70. Так, задавайте вопросики, потому что я уже скоро подъеду к отелю и уже все придется выключить. Уже будем расселяться и бежать. Зора поедет на свою фэшн-шоу. Она там сегодня у нас и сегодня, и завтра. Она сегодня эксперт, как джардж. Джардж – это судья. Вот. Она сегодня судья, и завтра тоже судья на фэшн-вике. Так, это где-то там в Москве. We are living in middle of city, Zora. In middle of city. This is middle of city. And you know, if it is not the middle of city, it was 1:30 to arrive here. We left at 2, we arrived at 3:30.
So at 2:30. Now it's 3:30. По внучке очень скучаю. Скажите, вы понимаете, о чем говорят у вас по радио? Ну, конечно, понимаю. Вы были в Батуми? Конечно, была в Батуми, естественно. Бисмилля. 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 Somebody write me. It's okay. It means that she is Muslim. Бисмилля. It's a Muslim word. It's Ramadan, you know? Yes, from yesterday is Ramadan. I know, Zora, yes. Вас Африкантова опять вчера оскорбляла. Пришлите, может, пожалуйста, мне вот этот, ну, кто-нибудь в личку, мне очень интересно. Пока она не получит вот мою, знаешь, мою железную руку, на которую будет одета, знаешь, такая бархатная перчатка, она не успокоится. Сколько знаете языков? Я 6 языков знаю. Дал Бог такой талант. Знать, изучать языков. Мне очень хочется сейчас выучить французский, но тата склоняет меня выучить итальянский, потому что легче и быстрее. Правда, очень легкий язык итальянский, это я сама, ну, чувствую. В французском очень сложная грамматика и очень намного сложнее язык. Африкантова вообще ку-ку. То, что она ку-ку, это уж давно известно всем. Ку-ку и ку-ку. Дальше будет лучше. Лучше в кавычках. Из трансляции, бегает стукачан. Ну, я знаю. Я никогда, я все, что говорю, могу сказать человеку. Вот, я никогда не говорю то, чего я не хотела бы, чтобы она узнала. То есть говорю то, что хочу, чтобы она поняла. Что если она не успокоится, и ребенка трогать будет, и просто не успокоится, то ее можно успокоить уже более серьезно, уже на самом деле просто пускай меня не трогает. Тата в прямом эфире вышла. Ой, здорово, тата. Ну, посмотрю, обязательно посмотрю пока, когда еду. Вот это вот центр Шэньчжэня. Да, нам дали отель прямо в самом центре. Угу. There is, you know, the, all the fashion... Yes. This is middle of Shenzhen. Видела видео, мол, тата и Валера опять вместе, как понимаю, брехня. Ну, я не знаю, что произошло за 2 дня, может быть, и вместе, я не знаю. Но они всегда, они хорошо дружат у них, как бы. Но дело в том, что, ну, как бы из-за ребенка они общаются, а так, ну, я позавчера уезжала, и все по-старому. У Валери своя жизнь, Татки своя, а вот. Ну, они дружат, конечно, как друзья общаются. А зачем она вам нужна? По случаю она злится. Что вы не реагируете? Вы равно она не изменится. Все равно надо не измениться. Да, вы правы, кстати. В каком-то смысле. Просто когда... Наверное, вы правы, потому что на больных не обижаются и на больных не надо реагировать на самом деле. Она реально больной человек, это факт. Даже Саша это говорит, что, ну, как бы с ней весело, ну, как психиатры, как, в общем, специалист, он ей поставил диагноз 100%.
Betty Ross вообще красивая девочка. Единственное, я всегда буду говорить, твое дело в твое тело, и это буду повторять всю жизнь со свечками, буду ходить, молить. Все, что я ничего плохого ей желать не буду. Все, что она мне желает, пускай ей возвращается. Все, что она мне пожелает, пускай ей возвращается. С какой душой она мне посылает, с такой, так пускай ей все это вернется бумерангом, бумерангом. Я буду ей отправлять, все отправлять. От меня все вот отскакивает все и возвращается обратно. Все отскакивает, возвращается к ней обратно. Ее дело в ее тело. Татьянина дело в Татьянина тело. Я так буду всегда говорить. Да, и Беточка их связала на всю жизнь. Все очень интересно вы написали, да. Это факт, конечно, не связанный на всю жизнь. Это на всю жизнь, это человек, который часть нашей семьи, мы его, в принципе, очень любим. А Африкантова написала, что она не меняшка и попала в блок, чему очень рада. Не вижу и не слышу это... Эту дуру ржу. А, мы уже подъехали все к нашему отелю. Ой, такой стеклянный, огромный, красивый отель у нас. Ой-ой-ой. It's very beautiful. So very big and very beautiful hotel. Ah, so great. And place is amazing. Also everything is near. This can you give it to, maybe this DD can you send you in the place you want? No, I will go. I want to have a ladies' room, and after I will. Wow, thank you. Ой, где моя сумочка? Ni hao. Oh, I forget the suitcase. Забыла чемодан, представьте себе. Вот, приехал бы сейчас машина. I will give you. Yeah, I will give you my passport, so you can go make the registration. Приветики, приветики, всем приветики. Который час сейчас в России? Напишите, пожалуйста. Что сделать? А отсюда я вообще не вижу. Не, я читать не могу так. Лучше вот так. Forgotten. Привет. Фильтр уберите. А, ой, фильтры. Я вот что-то думаю, что-то... Подожди, а как убрать фильтр вот здесь? Угу, убрала. Так. Одиннадцать ноль семь. Ага. 14:10. Это где? У нас же 8 часовых поясов в России. Я тоже задала вопрос. 11:07 в Стамбуле. Вы так тепло одеты. Да, здесь не так жарко, как вы думаете.
Я почему-то думала, я, знаете, я взяла с собой купальников, думаю, у нас во дворе шикарный, огромный бассейн. Я думала, что я буду купаться, плавать. Что вы думаете? Здесь холодно? Вот. Вы в Китае, когда в Грузию, Саша? Ну, Саша 17-го улетает. Я думаю, что я тоже к этому моменту смогу. В Лондоне 9.08. Так. Омск, привет, 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 Омск. У нас жара, представляете, да. В Москве, во-первых, очень рано наступает утро. Прям в 5-6 часов прям вот светло. А здесь прям темно. Прям как ночью, прям кромешная темнота. Значит, в 6 уже встает в Москве солнышко. Небо голубое. Там и каждое утро у нас солнце как-то вот. Ну, днем, может быть, там пасмурно становится, но утро начинается с солнцем. А здесь солнце не видно, пасмурно, все затянуто. Вчера вот пролетело вот так, сегодня так же, я не знаю. И всю 10 дней, прям я посмотрела на прогноз, 10 дней будет вот такая погода. И вообще Зора сказала, что самый худший сезон в Гуанчжоу вообще до конца июня будет вот так. И только в июле, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Лучший сезон, никогда не идет дождь, очень тепло, прям вообще не пасмурно, небо голубое, вот, вот так вот. Сейчас плохой сезон здесь. С Дагестана привет. Привет, Дагестан, привет. Приветики, приветики. Подойду, я посмотрю, что есть в этом кафе. Привет, привет, привет всем. Так, 128 рублей. Я вот регистрируюсь в гостиницу и бегу на фабрику. Я в Шэньчжэне. Вы сплошной позитив. Да нет, я тоже бываю иногда ворчливой. Марина, мы идем с вами кушать. Марина, мы идем с вами кушать. Давайте сделаем так. Действительно, я куда-нибудь схожу кушать. Я включу эфир и покажу китайские. Не расскажу, как это все готовится. Многие блюда я знаю, как готовят китайцы. Вот, буду рассказывать и будем вместе ужинать, например, сегодня. Вот. Мне мясо, Марина, тата в эфире. Может, вам вместе быть в эфире? Может, вам... Поделитесь, поделитесь. Я не умею делиться, я сейчас выйду и посмотрю на ее эфир. Вот. У вас очень красивые очки. Да, мне тоже они очень нравятся, мои очки. Да, это от зрения у меня. Да, очень интересно с вами поужинать. Все, давайте будем сегодня ужинать. Вот. Ну, когда у меня ужин, у вас, наверное, будет обед. Потому что мы-то на 5 часов впереди. Мне лапши. Лапша.
Так. А вы с Александром не вместе больше? Почему? Мы общаемся, мы у нас вместе. Просто обстоятельства, мне надо работать, работаю, а так, конечно, вместе. Пока вместе. Ничего не изменилось. Не знаю, может, что-то Александр сказал. Не могу. Это хорошо. Так. И Толстяковым. Спасибо вам. Боже мой, так долго регистрация. Вот стоит Зора на регистрации прям. Сейчас посмотрю. Подойду к ней. Ну, в общем, как таточка. Таточка ничего, вроде. Ну, она сама расскажет вам. Я не буду про нее ничего говорить. Пускай она сама. Вроде ничего. Ладушки, ребята, отлично выглядите. Спасибо вам большое. Все, я, значит, отключаюсь. Попозже зайду в эфир. Целую всех. Прекрасного вам дня. Чудесного дня. Позитивного, радостного. Чтобы день был полон счастьем в душе, чтобы вы летали, окрыленные ходили, чтобы улыбка была на ваших лицах, и тогда все будет хорошо. Все, целую вас всех. Пока.